В Тоскале было открыто новое здание прокуратуры. Оно построено и оснащено по последнему слову техники. Это, по словам прокуроров, позволит еще качественнее выполнять работу и оказывать услуги населению. На открытии побывал первый заместитель акима области Мухтар Манкеев. Оказание правовой помощи населению – главная цель органов прокуратуры. На всех этапах развития государства роль прокуратуры возрастает. Определены приоритетные направления, совершенствуются подходы к работе. Прокурор области Жандос Умиралиев поздравил сельчан со знаменательным событием и пожелал соблюдать правовые нормы. Здание прокуратуры построено в соответствии с современными требованиями и оснащено всем необходимым оборудованием. Я думаю, что работа в новых условиях позволит нам эффективнее защищать права граждан. Планируется усилить работу в этом направлении. Хотя и сейчас нареканий со стороны сельчан на деятельность прокуратуры нет. Я думаю, что это повысит статус прокуратуры в нашем регионе и в стране в целом. И прокуроры будут достойно выполнять свои функции на благо сельчан. Необходимо отметить, что новые здания прокуратуры были открыты уже в 6 районах. Здесь созданы все условия для работы прокуроров. Юлия Мутылова, Далет Бекжанов, Алтынбек Кабделов, телеканал Ак-Жайык.